Приветствую вас, вы находитесь на синхронизации моей жизни. Вам сейчас Алло Гараж, младший 2, расскажет ваше мнение. Готовили сосисоночки? Я не попробовал. Вот они. Вот, давай. Эксперт говорит, ну, вкусные сосиски. Они очень вкусные, были очень мягкие. Если их еще чуть-чуть подготовить, то будут еще вкуснее. Это же очень вкусно. Да? Вот, хорошо. А картошка тебе как понравилась? Что-то мне не говорили, что я не умею готовить. Картошка очень сладкая и вкусная. Да, она прям этот самый, вот прям хрустящая. Как в Макдаке или лучше? Чуть хуже. В Макдаке хуже, а тут лучше. Да, спасибо. Я тоже думаю, что в Макдаке хуже, потому что здесь прям она... Там внутри она как-то твердая. Внутри твердая, а здесь внутри мягкая, да? Да, наоборот, там мягкая, наоборот, не там наоборот. У нас хорошо, вот там не очень вкусно, там внутри. Сосиску будешь еще? Да. Вот. Или сгущенку, или что? Сгущенку. Сгущенку, да? Так, ну картошку потом, да, ты съешь? Да. Давай, сейчас берем этот самый... Мультиинструмент. Да, мультиинструмент это. СССРовский, да, ты говорил? Да. Ты говорил, сгущенка СССРовская, да? Да, очень СССРовская. Ее использовали Рогачевская, в первой войны. Белорусская. И она выживала от 50 выстрелов пистолета. Вот так вот. Изготовлено в 2015 году. Ну вот, срок годности. Значит, получается, она выдержанная сгущенка. Выдержанная. Все, давай, открывай. Начнем ее открывать. Да. Вон все инструменты, подойди. Все, открывай. Не хочет. Не под масло не хочет? Не хочет так. Я дырки сделал. Давай, смотри. Не хочет. Тут получается, знаешь, как надо? Вот так вот, в общем. Вот. Я понял. Да, да, да. Подожди, вот это вот. Подожди, сейчас, подожди. Вот эти вот, чтобы они были вот здесь. Вот. Да. Вот так вот, чтобы оно. Это было здесь. Вот так вот зажимаешь. Зажимай сильно здесь. И вот эту будешь крутить. Опа! Сильно зажимай. Крути в другую сторону только. В другую? Да, здесь зажал. Очень крутой мультиинструмент. Это еще чуть-чуть ножек. Давай. Вот тут пошли. Опа. Крутится. Сильнее надо, значит. Вот. Зажимать. Сильнее надо. Видите, сейчас мы ее в другом лучшем месте. Давай другом. Я знаю, как это работать. Угу. Опа. Во-во-во-во. Не спеши, главное, не спеши. Вот, пошла. О-о-о. Вот, да-да-да, она пошла открываться. Надо посильнее. Фух. Фух, да. У меня уже руки болят. Уже руки заболели, да. Это мужской мультиинструмент. Угу. Очень сильно надо силу прилагать. О-о-о. Ё-моё. Вот, смотрите за урон. Да, здесь тут дырка и тут. Да. Будете делать про диагонали, а потом мы ее откроем. Я потом вам расскажу, так и такое. Давай я зажму, слышишь, и давай. Немножко прокручу. Идет. Твоя тактика, да, вот эта вот? Да, чтобы мы ее так по кругу так распиливали, да. А потом мы ее так. Ну давай попробуй, давай. Извлекем. Ну, мультиинструментом. Да, вот так по кругу, а потом. Ой! А ты в другую сторону, ты наоборот туда крути, да. Вот так вот крути. Во, давай. Все. Видишь, она там что-то уже куда-то. Видишь, тактика моя. Мы ее вот. А теперь надо вот с этой стороны. Давай, сделай с этой стороны. Ты вначале зажимай, а потом крути. О, как! Да. Пошла вот родимая. Вот родимая пошла. Прям как особенности национальной охоты. Фильм. Будем начинать. О, она вообще оторвалась. Вот инструмент не выдержал. О, Алло Гаража, младшего 2. Все просто в руках ломается. Просто мужчонка водит. Все в пыль превращается, это онлайн. Я, ребята, как? Удивился, я не верил. Он
Получается, он из прессованного этого самого скейта, в общем, там прессованная резина была. Прессованная резина, получается, мяч пополам лопнул просто. Я вообще в шоке, как это может быть. Это как? Руль у трюкового этого самого. Все в труху, этой открывашки, я не знаю, этот самый, больше 5 лет, все в труху просто, я вам сейчас колесо покажу. Вот, ребята, я просто офигел, я заплачу денег, я говорю, попробуйте вот это колесо сломать, просто сломать пополам. Пополам сломал он, пополам, это после того, как он... сказал СССР, пополам этому скейту получается, да, СССР, это что у нас получается, больше 30 лет, служил всегда верой и правдой, катался и я, и друг, и все, колесо пополам, как это, я вообще просто не знаю. Советский. Давай, что ты говоришь, сгущенка победила, да? Да, победила сгущенка. Все в пыль, все в труху. Я, просто военная... Открывачка проиграла настоящей сгущенки, да? Да. Не знаю, не титановая, наверное, открывашка. Пополам так же. Ножик тоже пополам сейчас так же, хоть нож надо хоть оставить. Жалый. Вот ножик не жал, он справится. Звездочку на велосипеде большую, где педали, погнул просто погнул ее. Вообще. О, ножик начал выигрывать. У кого-то восьмерки ярославский, кстати, нож с этого, с хостела. Аккорд называется. Этот. О, ножик побеждает. У кого-то колеса восьмеркой, а у Алё гаража младшего 2, у него получается звездочки, где цепь идет. Все восьмеркой. Звезду погнуть. Просто пополам погнуть. Я не верил, что такого не бывает. Бывает. Бывает даже такое. Если оно не советское или советское, если оно долго советское, то оно легко сломать. Если оно не советское и недолго, то оно крепкое. Вот. Давай, приятного аппетита. Теперь я всему верю. Все в пыль, все в труху превращается. До чего докоснется, все в пыль, в труху, больше ничего нету. Никогда ничего не починить уже, все, не отремонтировать. Я сейчас... попробовал это дело отремонтировать. Получается. Это холодильник, а второго не будет. Не трожь холодильник, не трожь. Один холодильник, больше нету, все. Не трожь. Нет, такого не может быть. Все в пыль, все такого в труху. Такого не может быть. Все, не может ничего быть, да. Я там мамину закрасываю, он уже очень долго живет. Все сломано вообще. Я натравился до тарелок. Так они тоже им скоро кирдексон настанет уже и тарелка. Ну если ты их то уронишь, а ну тарелку не сломали. Так что. Давай ешь сгущенку. Я могу не винить. Давай ешь сгущенку. О, потекла. Да, рогачевская, белорусская. Такая вообще шикарная. Башенка. Сейчас мы так башенку выстроим. Ну. О, башенку. Как на торт поливают. Ну, да, края. Да. Обмазывают. Сейчас ролик загружу, придешь, будем смотреть. Куда? По телевизору тебя будут показывать. Даже это полностью изогнуто. Это я изогнул. Это даже полностью ровное было. О, какая. А я добил. Двенашка тут уже не восьмерка, тут уже двенашка. А я добил. Это тут надо все. Вообще, а я добил. Все. А я тут добил. Вот. Закрывай. А я тут добил. Только докоснулся. Я крутил, вертел, просто пальцем докоснулся. А я добил. Все, а я добил. Все в труху. А я просто добил звездочку хрящую, да? Давай, а? Ешь. Давай, ешь, давай. А я добил ее. Давай, ешь. А я ее добил, да? Да, давай. Наворачивай. О, вкуснятина какая. Давай прям ложками ее. А я ложкой, только... Вкусная вот вообще? Ага. Водички не надо? Не, водички не надо, да? Я с чаем надо пить. С чаем надо пить, Она ее берешь, она тяжелая. А когда ты ее вынимаешь, она легкая. Легкая, да. Да, типа ее отпускаешь, ой. Да.
Ну ты тут языком аккуратнее, язык хоть не поцарай потом. Да, потекла маленькая. Да, маленькая. А тебе сыр на тяжелого. Очень вкусно. Ну что, будем заканчивать ролик? Да. Всем пока-пока. Да, подписываемся на канал, да, пишем да. Комментарии, ставим лайки и больше просмотров, делаем репосты. С этого видео у тебя будет заработок. Сколько будет просмотров, там получается... А теперь всем пока-пока. Все, 50 просмотров, целых 5 рублей вроде получится. Все, окей.